О, меня снимают. Короче, если сегодня не Уже было. убиваем, ну я просто, бля, не знаю, я вас вычислю всех по IP, блядь. Это, смотрите. Смотрите, я предлагаю такую тему. Во-первых, все на сопротах будем, это во-первых. Можно СПД от вас? Что-то куда-то Войт пропал. Да, сейчас, секунду, я блин, да. отвечаю, блядь, этому Нурику. А, я думал, его вычислили по IP. Ну, я уже думал, кто-то уже с подруги Все, дал я пизды жду. нахуй. А так воет с меня, блядь, можешь вычислять. Все равно один путь сюда поедешь, нахуй. Для вас это очень Я далеко. жду. Блядь, прикинь, тебе хурюк сейчас берет, мне в комнате стучится, нахуй. Курлык, курлык, ёпта, блядь. Да. Объясни, нахуй, чё по ДК. И держит, короче, в руке просто 0,5 Бакарди. И поясни за шмот, нахуй, на АДК, блядь. А во второй руке 0,7, нахуй, там, Вот не знаете, знаю, где там. Хурик? А вот Хурик, он учится где-нибудь в колледже, в институте? Зачем тебе? Может, в 11 классе, нахуй? Или на районе там где-нибудь Ну или в учится. школе он там, да, на Темную, районе темную хочешь ему? что-нибудь. Зачем темный? Просто узнать, что за человек. Как его судьба привела к тому, что он сейчас сидит и играет. Что-то странно, блядь, интересно. Ты что, сыщик? Сейчас подождите, все история, подожди, блядь, я пишу в ПМ, нахуй, там сверхважная хуйня решается. А, окей. Я просто я должен понять, нахуй, буду я смотреть еще, что человек будет делать, то КД-2 там, ну вот он говорит, будет в обычке ходить. Или сразу кикнуть. Вот, я всегда даю шанс людям, блядь. А он Типа, шмотки лутает, если думать о лутает, мотивации ваш. Да подожди ты, блядь. Думать о вашей мотивации, блядь, я должен. короче, повторное Кроме... собеседование, Вы да, идет. понимаете, что вот так чисто для вас инфа, вот вы о вашей мотивации, ну, я не обязан думать, блядь. О вашей мотивации, то, ну, кроме вас никто не подумает, блядь. Вообще в жизни никогда такого нету, нахуй. Разве что мамочка там с папочкой подойдут и подумают, сынок, нахуй, делай то, делай это, блядь. Ну так не Да, бывает, здесь нахуй. даже не про это история, здесь просто, ну, блядь, легко можно понять, положили хуй и все, чел говорит, нахуй, надо просто так идти, а кто горожан собирает, блядь, а кто еще какие-то десятки и пацанов молодых водит, блядь, им тогда что вообще делать, нахуй? Набрать приора, Это чтобы потом здание мутаться в напротив СЛК. вы рванули? Не, ну на самом деле из нас вот Биг Дэм, образцово показательный молодой человек. Вот ему что вообще делать с нами? Нахуй посылать. Этот самый Биг Рарник, ты тут вообще? Я Зайдешь? перекур. А где Рарник? Он был тут? Что-то нету его. Я вообще стегнул. Ну, он плюсовал, я помню. Ну, что-то я вижу, Но... вылетел. Вылетел. Так, короче, план такой. Я хочу в 2DC играть. Вот. Пиздец. О, я хоть это, блядь, сейчас... мне интересно, просто не сдохнут. Ты в хиле, конечно. Он охуенный. Ты в хиле, нахуй, там даже не думай, блядь. Ты в хиле. Так. Ты в хиле, да? Ты в хиле. Ну, 7 хилов. Подожди, нет, не 7, надо что-то поменять, блядь. Не, ты тогда в сове. Там одного вот же у меня хватит. припотов нет. Купи, скажите. Время ли? С бидоном. Надо, чтобы Рарник зашел. Короче, на сопротах будем. И я хочу это сам стать. Что вон Рарник зашел с умом сейчас. Значит, у меня нет денег на сопротах. Надо еще подумать насчет это сам. Хукмастер, давай в танка. Лингрен в ретриков. Все в ретриков, короче. Этот самый. Мы как сделаем? Короче, на каждой взлетке у нас будет не зыбка от ДКшника и сейф от хулипала. И плюс мастера от этого же хулипала. Ребать, то ли мага нахуй, ни одного аркана. Серьезно, блядь. Хукмастер, ты про чё? Не, не надо. Ты этот самый. Ты мне нужен. Нужен Т4 ДКшник твой. Понял? Ничего надо. Значит, этот самый история, что там?
Сопроты, да? Вот да, здесь... мы 13 сопротов. На еще 25 там, пускай будет там на будущее. Все сейчас играем на сопротах. Нам сопроты нужны будут здесь, на профи и на синдре, и на личе. Ну, на личе хуй знает, но на вот эти три квартальных под сопротами. А если ты выживаешь без сопрота? Сука, ключ будет. Типа, вот каждый, кто сдохнет нахуй на взлетке, будет ключ покупать. Не поебать нахуй. Не умеете вставать на рендже нахуй. Все ключ купят сейчас, блядь. Вары, блядь, будут сдыхать. Купят вары, блядь. Это... Маги, нахуй, фростпеки поделайте с двумя глыбами, блядь. Пусть знает. Сейчас надо сделать все, чтобы никто не умирал на взлетке. Это самая основная задача. Рарник, там тут нет. Сейвов и так, по-моему, хватало. Ну, чисто не хватает, чтобы... Блядь, я тут... Ну, там будет тут класс. Чтобы кого-то укусить, нахуй. Кидайте да, трейд историю. Истории кидайте, вон квадрат. Он я сбоку стою. Так, в очередь, пацаны, вот за собой вставайте. В очередь, да, вставайте. Спасибо. Ага, без очереди попал. Блять, куда в него очереди, Раис? Попал. Вам не стыдно? Давайте там настраивайтесь, блять. Ладно, это хуйня, нахуй. Не буду без очереди давать. Сейчас профа ебанем еще. Вот именно что, блять. Ладно, я только спросить. Что будет на профе, блять? Пацаны, наверное... у нас единственный... Нихуя там рейд, страшного блядь. Нихуя не будет, блять. Не, я это понимаю, но, блять, все же... Может, кому для кого-то будет впервые. Похуй вообще, блять. Значит, на замену пойдет. Не тупить, на тактику уже должны были за месяц нахуй прочитать, выучить. Там на профе будет, чё, слезы Агалона на профе. Слезы, блядь, Войда, нахуй. Да, у меня есть, Костя. Бьют, бери. Правильно, бьют, бери. Трейд кидайте, история, кому еще сопрот нужен. У нас разные, просто умоемся. Я не знаю, он дал ранее. Не, он пишет сон. Нам надо вообще сопрот, что-то, блядь. Нет, сорян, спасибо. Так, по хилам, значит. По хилам. Так, Геншин. Геншин, давай. Спасибо. Луна. А есть у кого-то 4 этих, как они называются, репоты? Классика. Вот, нет, сопрот. Блядь, долго стоим нахуй, честно. Пацаны, припод есть у кого? Все для победы, блядь. Вот рарник присумонился. Сейчас тебе добавлю. Какой? Благодарю. Вот рыба. Мне это дикой магии. Такого нет. Так. Нихуя себе, дикой. Значит, это метки на хилов поставил. Давайте вспоминайте тактику по-быстрому. Значит, смотрите. Хилы поставил метки. Это на взлетке. До взлетки мы стоим там за спиной. Значит, на взлетке. Запоминайте, кто что порядок читает, значит. Значит, первая взлетка. Сейф будет Хукмастер и Вивс. Хукмастер и Вивс. Вы одновременно даете сейвы, значит. Вивс и Массакру, и Мастера одновременно. Тьму сделайте оба холипала. У Холидринка или у Лингрена, пускай это кастерская стоит. Там рарник тоже может темную поставить. Там на усмотрение нажмете темную. Вот. Ну, главное кастерская, чтобы была. Не спадала. И. Значит, на вторую взлетку я с Шектором отдаю полностью сейвы. Ты когда сейвы отдаешь, Вивс и Шектор будете отдавать, баблы на себя нажимайте. Ну, на первой взлетке, думаю, Шектор проживет как-то, подхилится, через себя там похилишь. По сейвам, значит, смотрите. Вар, Кунген, ты тут первый раз. Тактику ты знаешь, надеюсь, что выносить тени надо? Тут значит, как в обычке. Если кто-то без сопрота... Да, сейчас будете помогать. Если что, Бедон без дискорда, и он единственный шаман. А что он без дискорда? Не может зайти. Да похуй. Кто еще сопрот не взял? Кого нет сопрота? Да.
Так. Похуй, я ему написал, когда Геру. Это самое, значит, друидов сейчас давай раскину. Друидов раскинем, да. Так, вот этого сюда. Рависта давай. Сюда. Дикона давай. Сюда, допустим. Так, надо, чтобы сейв был на... Так, кто у нас самый дрищ, нахуй? Давай вот так. Бидон, значит, тотем трепета, чтобы синтека снималась. И с трех магов. Остальные все вары. Ярость берсерка на фере. Ну, это... Рейндж набираем хорошенько. Диспелим три приста. С челиков. На себя антифир там и диспелите. Один масс дали и додиспеливайте точечно, чтобы не дрочиться, кто куда поразбежался, блядь. Потому что масс диспелом не поймаешь. На взлетке самая главная ваша задача. Вот пэса, просто тучку и все, вот охуенно будет. Вары, значит, защитную стойку нажимаем, чтобы по вам снижалась урон. Ну, если что, на второй взлетке, если под укусом, сука, не жалейте глухую оборону, чтобы был макрос на одевание щита на всю хуйню. Друиды, значит, дубовая. Ну, роги просто стоят, чилят там. Палы, блядь, я не знаю, хильте себя флешкой, кастуйте там что-нибудь. Ретрики, короче, давай выберем, чтоб кто кому каплю будет давать. Давай, значит, Холидринг будешь давать каплю по КД Бидону. Лингрен будешь давать каплю... Кто у нас там дрич самый? Давай будешь Шектору давать, а Рарник будешь давать Вив с каплю, чтобы они не подохли. Ну, остальные что там? Совы, я думаю, не подохнут. Роги хуй знают. Ну, маги, смотрите, на первой взлетке проживете, там щит маны нажмете, камень сожрете. Камень локовский обязательно возьмите. А на второй взлетке, сука, лучше нажмите глыбу. И постойте в глыбе, чтобы вас не шотнуло. Потом уже когда сбегаться надо, босс уже разбежимся. Ой, блядь, игра украшнула. Сейчас перезайду. Краш клиента. Чтобы были этот, павловский декашный. Я думаю, тут самое оптимальное, блядь, меня тогда. Танка. Не, мне, я же говорю, сейф надо, они плюсуются эти сывы. А паловские, я хуй знает, плюсуются или нет. Там ДПСа хватит, мне надо, чтобы рейд выжил на двух взлетках. Как бы масса сакра плюс 7% дебаф на босса на понижение урона. Да ничего, нормально. Тут есть, будет... есть еще кто-то без сопрота? Тут будет плюсоваться 15% и 20%. Минус 35%. А с варовским ШВ было бы вообще 30 плюс 20, минус 50. Сука, у меня висит, не прогружается картинка, блядь. У всех так? Нет, это когда перезаходишь. Перезагрузилось. Да. Подожди минуты две. Пиздец, блядь. Да вообще, я не знаю, сломали Сирус Ланч, лучше было, чем сейчас. Столько раз сюда ходил, было раньше зашел, нахуй, там 3 секунды, все, сразу пролагался, отвис, нахуй, прогрузилось, все, побежал. Это же после вот этих текстурок новых. А сейчас вот с этими текстурками, нахуй, во-первых, выйти, блядь, секунд по 30 выходишь, нахуй. Просто закрыл игру и сидишь, ждешь 30 секунд примерно. Так. И, блядь, зашел, когда так же минуту. Примерно. Готовность. Рарник, я дополнительно буду сдавать на первой взлетке МА, ты на второй. Так, все готовы? Все готовы. На пул на войда. Так, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Что-то с агро поменяли, да? Все это видят? Наверное. Ну, Омен, смотри. Раньше таких цифр не было. Ну да. Да, агро поменяли. Типа, у нас такая же хуйня была. Вчера еще была такая же хуйня, что типа... Все маленькие цифры. Дебилы, блин. Интересно. Ну, пэса кусаешь. Главное, на взлетке на первую тучку отдашь там пэса, как укус получишь. Или когда передавать будете, я не помню.
И не помню, кусается в тучке или нет. Ну, короче, факт, на вихрь тучку отдай, чтобы тебя не шотнуло. Значит, на первой взлетке на себя зубы и на хп читает не люблю, а на второй взлетке Геншин на себя зубы и на хп. Надеюсь, вы оба в ДЦ, я просил 2 ДЦ. Насчет того, что пати как делить, сейчас пока считуйте как считуете. Потом, если что-то хуёво вам станет, я вам объясню, как поделить. Мы уже разделились. Хорошо. Мы оба в ДЦ. Хорошо. Это прям, это самое важное. Щиты это просто имба. Тени, короче, 5 секунд, и после них фир готовимся. Так, бидончик. Тотем трепета там тыкни, чтобы он до тебя достал. С него сдиспельте. С него сдиспельте, захильте. Захильте бидона, блять! Ну сука! Захильте его, сейчас он встал. Все, живите. Ёбаный в рот, блять. Подбежишь за спину, поставишь тотем и Геншин на ману. Как он тотем поставит? То есть, когда сбежитесь. Все, сбегайтесь. Ставь тотем, читай на ману. Тени, 2 секунды. Кто укусил хила? Оджи. Кто Оджи укусил, я не понимаю, но. Песа, почему, блять? Понимаешь, что у нас из-за этого ДПС не хватит? Ой, бля. Надо наказывать. Бейте, блять, пока что нахуй. Бейте, бейте, пробуем нахуй, но чисто это неправильно нахуй. Вот сотка сразу. Он не дамажит нахуй в хиле, блядь. Ему еще укус сейчас передавать надо вместо того, чтобы хилить. А вы в другую сторону не пробовали тени раздевать? Кто-то не передал укус, я вижу. Сейчас вампир будет. Сенджи. Пиздец, я не смог найти пэса. Какой пэс? Так пэса укушен. Пэса укушен. У меня на нем не показал дебаф. Может, он передавал укус в этот момент. Ложитесь. Заходим в лужу. Бля, я подбежал к Вадикону, думаю его куснуть. Он, смотри, укушенный. Ближайший, блядь, кто был, был. А чё, этот. За него укус 3 дают? Тебя да. Вадикон укусил. Я первый поставил. Вампир, что-то? Вампир, что-то? Вампир 3. И ПС сейчас еще 2 добавлю. Молодцы. Ребята, давайте как-то сделаем. Вот я не знаю, вот вы взрослые люди. Вот... У меня стоит Вуду. Если кто-то смотрел, да, на стриме, я могу сейчас сделать скрин вам. Как это все выглядит. Вот, вот скрин делаю. Жди, а что меня-то несколько раз ебали? Всем по 3 сотки. И тебе, и Роги, который укус не передал. Вот Shift Insert. Короче, смотрите. Все, кто косичнул, по 3 сотки. Ну это вайп. Это вайп рейда. 300 гп. Вайп рейда. 300 гп. Все. Мы тут, блядь, ну я не знаю, сидеть будем до второго пришествия. Вот смотрите. Вот здесь нарисованы фреймы рейда. Вон там меточки, вон там вы сдохшие все. Там у меня показывает квадратик укуса. Показывает, на ком он, сука, есть, на ком его нету. Еще ДБМ поставьте. Я не знаю, как версия называется. То ли от Адмирал, то ли от кого. Ну, короче, здесь показываются Адмирал. Ники. Да, вот ники показываются тех, на ком укусы. То есть у вас и можно... время еще, да? И время, да. У вас можно посмотреть все. И это время. И на свои вуду можно посмотреть. Вот если у вас этого нет, я просто не могу понять, как вы вообще выбираете цели укуса. Вот как мне с вами, блядь, работать? Вот как? Мне каждому сейчас попробовать поозвучивать. Так что, всегда так будем или что играть? Вы как? Вы подумайте, ну... Почему кусать хила нельзя? Потому что он, блядь, не дамажит. Эта хуйня не апает хил, она апает урон. А нам урона не хватает, мы впритык убиваем. Ну, пару лямов, остается берса 5 секунд, блядь. Вы поймите, что надо сделать нормально, правильно, как оно задумано. Да, был у него дебаф, как это у него не было дебаф? Был у него дебаф. Просто во время укуса он пропадает. Когда человек превращается в вампира,
до того, как превратится. И когда ему надо передать укус, там дается 10 секунд. На нем нету этого дебафа. Но до того, как человек передает укус, на нем минуту висит дебаф. Вы должны увидеть, на ком он висит. Если вы этого не видите, ставьте любые аддоны, которые вам позволят это видеть. Или, ну я не знаю, блядь, ну вы не видите, я не знаю, что делать-то с вами, блядь. Ладно, сейчас я попробую поговорить, но, блядь, это неправильно, так не должно быть, нахуй. Вы не должны играть вслепую, блядь. Да, Void, вот стандартный рейд сейчас, который у нас на сервисе, там все видно. Но. Да, там тоже все видно, я вообще не знаю, блядь, как люди не видят. Галочку просто ставишь, все отрицательные эффекты. Скидывай, кто припоты. Скидывай. Я пофлудил, как кидаю. Кидай, кто припоты пил. Вот, мне сейчас потом в личку, покидаешь. В личку в Сибирь приглашают. Пиздец, я тоже выпустил. Ну, скажи, наеби, скажи, сейчас пойду, скажи, ливать с рейда хочу, нахуй, скажи, пидоры играют всякие на это. Так, сейчас. Блядь, это скрин еще маленький. Так, выпили, получается, еще. 11 человек, блядь? Получается, а может... напомните мне, сейчас я буду это смотреть. 12 человек в рейд-чате скинул. История, значит, Холи Дринк, Песа, Бен Стиллер, Вадикон, Хурюк, Биг Дэм, Седжу, Рарни, Кровист, Синтек. Эти люди не получат ГП, остальные сейчас сотку въебу. Значит, кто? Так, кто не пил? Блять, напоминайте. Я Лингрен не пил, так как я вроде как танк всегда. У меня их нет с собой. Ладно. Дальше кто там? А, да не надо. Припоты? Дай, возьми припоты. Следующего буду всем хуярить. Ладно, сейчас возьмите, сука, припоты, нахуй. По-русски говорю, блядь. Отсчет дается 5 секунд для этого. У нас ДД. Как, блядь, можно не у нас ДД. Сейчас что, вычитаем 2 танка. Спасибо. И 6. Это остается что, 17 ДД должно быть. 17 припотов. Вот 5 человек ебланят, не пьют, нахуй. Все, я купил. Все, вот рыба. В рейде. Еще раз объясняю. Сейчас я попробую вам сказать, кто укушен. Может быть, даже кого кусать назову, блядь. Но эту хуйню вы должны видеть. Кусать хила нельзя ни в коем случае. У нас 17 ДД, блядь, которые должны быть укушены, из них 16. Никак нельзя иначе, блядь. Хочешь, я могу озвучить, кто укушен? Ну, можешь... Ну, озвучивай, я хуй знает. Я просто имею в виду, что кого кусать, типа. Кусать, потому что, типа, ну, нихуя непонятно. Я на человеке. Все, ясно, нахуй, я понял. Понятно, нахуй. Я говорю, это последний раз, нахуй. Бидон. МП5 дайте ему. Все, далее. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Тени нахуй в рейде, это 3 сотки сразу. Бен тоже. Стиллера укусил. Значит, Бен Стиллер ПС кусаешь. И вы там остальные слушайте, кого называю. Эти люди укушены. Эй, я. Там я когда буду 8 человек называть, что других 8 кусать, вы смотрите тени, не проебите. На каждый тени самостоятельно смотрите на таймер. То же самое по гимнам на первой взлетке. Не люблю у тебя откатиться, а на второй уже Геншин. С зубами на себя. Значит, Стиллер ПСО укусил. Он укусил уже. Значит, Бен Стиллер Хурюка укусишь. ПСО Рарника. Подхильте ностальгию там.
Следующие тени 10 секунд. Они будут с фером после них. Готовьтесь. Вот там, где лужи исчезают, туда несите сейчас эти тени. Они в третью линейку. Вот тот же. Подхиливайте его сейчас. И диспелить с него фир надо обязательно. Вот ПСО укус передаешь и сразу тучку хуяришь. Сразу тучку. Саксы пошли. Щит маны, блять, маги сразу. Камни жрем. Это Равист сет жреснешь. А я что-то не вкурил, у него укус был? Да, ему передали укус. Ему передали, да, я укус, он далеко умер, был, очень, очень далеко. Сука. Был. Ложимся нахуй. Не буду это бить, блядь. Стопайте хил. Стопайте хил. Я не буду в три укуса бить, но укус сдох нахуй. Пиздец, блядь. Там призон пришел. Так. Бля, чё я 5 секунд бегал в страхе, пиздец. Можно призона взять. Не с таковой вам по закинем. Надо по ДПС смотреть. ХЗ. Ностальгия, Лингрен. Кульдринг побольше дает. Ну смотри по бафам, наверное. Он поставит тотем, в принципе, да и ДПС у него побольше. А он с ДКшным части рейки. Ну да. Чё, меняйте меня тогда. Посижу, почилю. Давай, свечи. Хуёво будет, если щит упадет, конечно. Ты щит хочешь? Ну, желательно. Может, ностальгия, ну, свеч? Ностальгия, ты чё думаешь? Посвечить? Ну, трансмог щит. Заебись. Можешь одного хила свечить меня, например. А там вот 6 хилов один. Хуйню предложил. Хуйню предложил. Можно бидона свечнуть? Давай, не, все нормально, давай. Ох. Можно бидона свечнуть. Бидон это... А, подожди, там же призван, ладно. Бидона да, свечнуть? Да. Ладно, давай. Все, я выхожу уже. Давай, да, давай попробуем. Так, мне надо, чтобы он в пати вот здесь, допустим, давал антифир. Так, нормально. Хотя зачем на хурика? Давай сенджу все закинем. Все, я вышел. Сумоньте его. Лирарника, блять. Так вот. Или бидона в пати к хилам закинуть. Давай. К хилам, он будет хилам. Давайте этого сюда. Ебану, что за хуйня. А вот. Так вот. Чтобы он хилам антифир дал, это будет хорошо. У кого не лагает стримчик, подключите, пожалуйста. Да, подключите, а то я не буду. Я могу, в принципе, хули 9 FPS поебать. Ну, 9 FPS неплохо. Не надо, не ставь. У тебя же и так лагает. Все. Да мне это похуй, на танке вообще поебать. А, ну смотри сам. Давайте шкаф сумалем. Тыкайте. Ну тыкайте. Парни, примите там из запросов. Запрос кинул в гильдию. Так, сейчас посмотрим. Ёбаная в рот, блять, мышка. Запрос. А как ник? Ушатастик уже приняли. А.
Ладно. Курюк, тебе пришел сумму? Кстати, если надо, могу баф лутать. Но сумму не заебетесь. Все же это. Все тут фул баф. Укус сдох на взлетке. Роги нахуй. Сед же, блядь. Что у тебя, сопрот выпит вообще? Делать? А давайте, вот, блядь, разбойникам. Я говорил, кому давать. Выбирайте заранее людей. Должны видеть, где они бегают. Ну, по 5 по бидону, блядь. Кто там паладин? Вас четверо, если чё. Так, я левану тогда, сразу. Давай. Этот самый... Биг Дэм, блядь, ты мне скажи истерию, когда нахуй. Это за 2 секунды до пула, давай. До пула? Истерия. Это какая-то параша. Может, ты свою сначала прожмешь? Потому что до пула я вижу, что мне ее дали, я не жму свои бурсы. Ладно, если давай я буду хистории просто давать. А хукмастер, пускай он тебе дает париться. А то, блядь, у меня там проки хуёки, а вы, блядь, через 5 секунд такую истерию закидываете. Ладно, это самое. Ебать, он из-за укуса умер. Крест, дайте им по 5 по друиду, блядь. Паладины, вот кто за крест отвечает? Чё за хуйня? Они не жмут, не готов, блядь. 2 хила пусть отвечает. Все готовы, да я чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. Эй, его укуси. Значит, эй, его укусишь пэса. Значит, Вивс, постарайся впихнуть каплю по Эйе. Эйе, выноси. Каплю впихнуть по Эйе, постарайся. Из, ну там на первой взлетке твоя массакра с баблом. Если тебя не шотнет. Ну, через бабл не должно пробить, но капля будет действовать. Ну, Эйе, соответственно, щитман и это, камень съешь там. Пыса кусаешь. Покусила пыса. Ага. Так, ну давай Эйя историю кусишь, а пыса хурюка. Частица. Чё частица? Ну, забыл окей. Тени 3 секунды с фером. Готовимся. Сдиспелить с него фир обязательно. Дубовую прожми заранее. 3 секунды до укуса, сразу тучку, сразу AR range. Вот молодцы. Пошли сейвы. Хилим все. Призан тоже в энхи хиль. Через себя. Или через ЗС историю. Через укус хильте. Через укус в приоритете. Значит. Ну давай. История Биг Дэма. Курюк призана. Эйя World Флекса и Песа. Давай Вадикона. Тени сейчас готовимся. Вадик.
Владиком выносит, кусай кого-нибудь другого. На, выбери кого-нибудь. Ничего страшного. Угу. Рарненько, нормально. Короче, смотрите. Не проебланьте. Не укушенные. 9 ДД. Выбирайте укусы сами. Я ебал 8 человек озвучивать. Рарник Вадикона укусит. Я ностальжи укушу, катал. Укушу вара первый пати. Тени с фером секунда. Вот. Эйю, глыбу там сдашь. Готовим все сейвы, готовимся сейчас. Пиздец, супер сейвы. И по ПЭСа кто-то каплю ебанит, и ПЭСа будет на гимн еще считать дополнительно. Даю незыбку заранее. Призан укус сдох нахуй. Пизда нахуй, ну ебаный в рот. Все сейвы давайте, гимны на хп нахуй. Да я не знаю нахуй. После взлетки вставалку юзай. Укусы передаем. Бенстейра кусаю. Я не знаю нахуй, пиздуйте ключ покупать нахуй, призан, кто там, роги нахуй, мне поебать вообще, идите все покупайте ключи нахуй, прям все, блять, маги нахуй, все, блять, кроме шипешников, шипешника... Да там на призане это... Я не умер. Я не знаю нахуй. Он уже сбежал. Ну ГЦ нахуй, хули. Так призан шамана, чё тотем? Тотем, где твой призан? Блять, я не знаю, нахуй. Там, вы там, заебали, блядь, нахуй. Диспел, блядь. Есть, блядь, шипы, которые должны были это сдиспелить, блядь. Он просто в тенях умер, блядь. Просто бежал по тетям, ну, блядь. Я хуею, нахуй. Ну, у тебя есть тотем. Тотем, раз. Три приста не зафириваются, два, блядь. Три приста, три мы с диспела даете, блядь. Раз. После этого точно додиспеливаете два, блядь. Не фиряются. Точишь на человека, который, блядь, в фире... Тени несет, блять, а потом уже масс диспел хуярит. Ну, он, а он тени нес, и кто-то он другой. Он тени нес, блядь. А, нес, ну, типа, либо ясно. Он забежал в тени, я не знаю. Все понятно. Надо посмотреть, там же видно. Призан, как ты сдох, нахуй? Его в фире закинул. Фире закинул. Чтобы в тени не уходить, как бы в фире, в центр выбегайте, да. Когда фирится, нахуй, он вас в бок уводит, вы не доходите до лужи. Да смотри, как был лужа еще по раз. Итогу 300 не, ну если кому? Лужа не в центре, то конечно. Кому 300 гп-то по итогу? Вот давай подумаем, кому 300 гп въебать по итогу. Давай подумаем. Давай открываем смерти призана. Вот роящиеся тени. Призан, ты тут? Ты напиши что-нибудь. Вот допустим, когда он несет тени, он по факту может убежать от своего тотема. Но его можно и поставить на бегу. Ты ставил тотем? Вот ты сдох от теней. Да, ставил тотем. Видать, он не успел прокнуть, и он успел сдохнуть. Короче, я не знаю, как у остальных. Я могу точно сказать, что вот ДБМ у меня показывает секунду в секунду фир. То есть можно спокойно ставить за 3 секунды до коста. И ты сдиспелишь в эту же миллисекунду. Ну и дать по таймингу. Ну и просто на будущее. Да то кому есть, 300 он... гп въебем за вайп? Какой это вайп получился, блядь? Кто виноват? Давайте... Подожди. Подумаем. Ну вот, блядь, ну кому-то-то надо, ебать, мы же не убили. Ну да. Тут не было очевидного, блядь, неукушенного человека, блядь. И тут не было человека, который как будто был на первом трайве. А за что ты на первом? За то, что превратился и то, что... Превратился. И то, что хила укусил. Да. То есть это, вот это слаки. А здесь, ну, блядь, просто случайность, наверное, не хуй знает, как это считать. Ну я случайно укусил хила. Ну, в тела ты кусил. Не, подождите, ну на самом-то деле я подбежал, пнули, кусать Вадикона, бах, он укушенный, блядь, пизда, и предварительно я даже выбрал его, чтобы у кому укусить. Потом блинкнулся, ебать, и понимаю, что в ближайшее, что я могу укусить, это Оджи был. Думаю, смотри, похуй, кусну его. Тебя кусал Вадикон изначально, а ты бежишь кусать Вадикона. То есть, ну это ты должен был об этом знать, что Вадикон, тем более об этом говорил Вадикон, что я укушу Песа. То есть, ну... Да я по голосам-то, видишь, тоже не знаю, там, может, даже замуть, блядь. Короче, не различаю по голосам. Ну, так иначе, блядь, вайп произошел. Мы не убили. Диван рандомный вылетел, или там опять, короче, какая-то ситуация произошла. Я не стал оспаривать свои там 300 гп, да, базара нет, как бы въебался. Но и тут, как бы, тот-то въебался, мы же ее не убили, тот-то же въебался. Ну, смотри, вот и есть такой вариант. Ты понимаешь вопрос. Смотри, есть такой вариант, что въебался. Ни о чем, он леди стоит.
Вот смотри, есть вариант такой, что въебались 4 человека. Называю их. Это Prison, который не поставил тотем вовремя. Ну, точнее, как говорит там, ну, заранее, пока босс еще бежит в центр. Потом Genshin, не люблю, и Песа. Они должны были точно с него сдиспелить. То есть вот они на себя вешают антифер. Это какая взлетка была? Там же тени не на него были. Там тени не на нем были. А. Да, я вот же сдиспелил, все нормально. Потом я пошел считывать людей. Ну вот, ты так хочешь по итогу диспелить, да? Это вторая взлетка была. Ну ты... Я думаю, что это ДЦшники виноваты. Не, смотри, когда ДЦшникам даешь, там и промахи кидаются, и, во-первых, люди разбегаются. Вы даете втроем по одному масс-диспелу. Я буду массуху давать. Вы по одному масс-диспелу... Ну, смотрю, блядь, чувак, получается, не любящий ты, 5, блядь, сдиспелил. Genshin 3, я одного. Ну вот. Вот он диспелил точно Genshin. Этот массово. И... А я как? А ты точно. С Хюрюка. Да. Ну вот одну масуху даешь, и потом уже точно диспелишь. Только не одну, там несколько целей. Там, видишь, тоже в ГКД не успеешь. Фир-то сам недолгий, он 3-4 секунды идет. Пока ты масс-диспел дашь, там уже до конца фира 2 секунды остается. Ты, грубо говоря, масс-диспел и одного успеешь. Не, ну хорошо-то, да? Всем четверым по 300 ГП. В натуре. Да не, по 300 дохуя, нахуй, за такой слаг. Давай по 50. Да, опять же, тут, ну, спорный вопрос, вот, типа, вашу защиту престов, я имею в виду. Ну, то, он что, там, блядь, да то, нет, что ты фир... понимаешь, 3 диспела можно хуйнуть, ну, то есть, как бы, за 0,5 секунд, ну, кастуется диспел. То есть, в ДЦшнике можно за 7, блядь, за 1,5 секунды 3, блядь, ну, диспела кинуть. Нет, то есть, преувеличиваешь. Есть... диспел кастуется... Во-первых, ГКД 1,5 секунды. Если хосты у него 1270, то тогда может быть секунда еще ГКД. А секунда это, считай, сколько фир идет? 3 секунды. Сколько ты успеешь людей сдиспелить? 3 человека максимум, вот как Genshin. Точечно. И все, эфир кончается. Спадает просто. Ладно, пошли дальше. Там потом, может быть, уменьшу с 300 до сотки. Тем, кто первый раз вайпнул. Давайте дальше потраем. Да не, уменьшать ничего не надо. Я не за это, блядь. Ну, просто, по сути, у нас он стоит, мы ничего никого не наказали, ничего не произошло. Типа, опять мы на сейчас, рандомный диван мы списали. Нет, мы сейчас разобрали конкретно со всех сторон. Ну, а что ты еще... Кто еще что может сказать по этой ситуации? Давайте разберем хули, раз мы не разобрали. Это не рандомная хуйня, ну, блядь. Я же говорю, эфир недолгий. Prison ты всех не задиспелишь, как бы. Всех не задиспелишь. Вот смотрите, вот в центре есть между четырьмя метками. Вот этот центр. Уже, блядь. Да подожди, блядь. Ну люди должны выживать как-то на этом боссе, а не дохнуть каждый раз. Вы бегите сюда, в центр. Потому что отсюда, в фире, вы не успеете физически добежать вот до сюда, где тени лежат. Тени ложите, еще раз объясняю. Две полоски слева, две справа, нахуй. Не ложите три, сука. И ложите их поровнее, блядь, вплотную к стене, блядь. И одну полоску, и вторую, которую рядом несете, не задевая первую, которую у стены, блядь. Но все-таки не широко, нахуй, лейте. Потому что, блядь, люди в тенях туда, в сфере туда забежать могут, нахуй. Чтоб не забежать туда 100%, надо находиться вот здесь, нахуй. Как только леди дала фир, и он кончился, вы уже должны разбегаться на свои места, блять, не задевая метки. Короче, ладно, нахуй, учитесь, хули. Выживание тут самое главное. Мертвые мы нихуя не убьем никогда. 5, 4, 3, 2, 1. Упущен. Там кош. Короче, блять, кусайте сами нахуй по рекаунту. Так. Ну,
Под икону кусаю. Я сейчас историю пошел. Не, давай ДК, наверное, еще пошел, Курёк. Курёк, только не убегай на взлетке, пожалуйста. Останься возле этого, возле лестницы. А то тебя искать заебусь опять. Тени с Фером, 5 секунд, готовимся. Знаете, сейвы. Значит, после взлетки ностальгия реснешь Вара Кунгена. Все, ресы. И сразу щитки по нему готовьтесь, да. Ресы. Сразу вставай. Да ебаный в рот. Равист, ресы Вара еще раз. Ебаный в рот, сука. Спамьте на него щиток сейчас. Щиток. Каску лапу пристабав обновляем. Рейд на фул захиливаем. Эльфия мага кусаю. Я в историю пошел. Пиздец, блядь. Ты что, сука? Синтек Рес и Вара. Бен Стилера укушу. Фул баф по Вару. Давай, чем кто там у нас? Я Лока укушу, некромантик. А Холидринг в ДД, да? Да. Я тебя укушу тогда. Я возле лестницы буду. Ага. Центр сбегитесь. Взлетка, готовимся. Готовимся. Глыбы маги не это, не обламываемся ей поражать. Берегитесь. Все сейвы. Хилимся, призан, вся хиль. Цепуха. Вот 8 укусов и 8 дд обязательно, нахуй. Не дай бог хила укусите, сука. Полидринка не трогайте, пожалуйста, блять. Умоляю вас, на. Сейчас тени будут, да, сейчас тени, 2 секунды. Да ёбаный в рот, ну пиздец! Бен Стиллер. Блять, Бен Стиллера укусили, ёбаный, блядь! Эсса. Житесь. Знаю, я вообще, я не могу понять, нахуй, ну... Вы сами видите-то, на ком укус-то, блять, чтоб, ну... Я хули я спрашиваю, нахуй. Блять, я хуй знает, нахуй, ребята, блять. Вам самим не хуёво с этой хуйни, а? Скрины интерфейса, вот, может, делать. Или, может, будем так, мы наши блять, давайте делать. Сделаем. Тупо итогу Бен Стиллера укусил. Я вот подбегаю к нему кусать уже на последние секунды. Я вот бежал, сука, с самого конца, чтобы укусить его. И он был неукушенный. Ты мне напомни, кого ты хотел кусать? Бен Стиллер. А не Эйю, он сказал, будет кусать? Нет, он сказал, мага я предварительно укусил. Бен Стиллер. Не, мага я первый раз укусил, потом сказал Бен Стиллер. И я бежал вот отсюда, за этим Бен Стиллером. Сделал блинк и бежал, бежал, бежал. Я понимаю, что у меня остаются прям, ну, блядь, секунды, нахуй. И подхожу к нему. Не, ну, если условно говоря... Братан, вот World Mag, ты где? Блять, ну, чё, понимаешь, вы не можете, если даже заранее распределяешь, вы все равно бежите и говорите, ой, он был далеко, я его не смог кусить, кусайте другого человека, на какой-то то. Не так все, не так все. Я подбегаю, нет, я, в момент да, я сейчас укуса не про это, я про те, нахуй. Давайте, край. Может, до сейчас... пула распределим реально, уже реально до глупого прям. Вот каждому панику выдадим и все. Сейчас, блядь, человек говорит, я давай, буду кусать похуй. Того, я буду не, кусать видишь, того, не все, блядь. Не все сказали, не все давай, сказали. Давай, 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 похуй, распределим. Сейчас, да, будете как в детском саду, нахуй, жить. Сейчас, секунду. Но... Вот ну, я ну, узнавал, как Exile гильдия убивает. Чего спрашивал у танка у них. Они делают в две метки.
И от каждой метки еще по метке, типа, чтобы люди заранее знали. Да, это как бы тоже по метке. Сейчас и у них закрепить нет того, кого он будет кусать в окно в отдельное, и все. И главное не проебаться. Но если окно уже просто выделить человек заранее с никнеймом. А если его опять кто-то укусит? Опять ну, хотя бы вайп. Крикни, блядь, ну, хотя бы крикнуть на сказать, там, ну, да не, я хуй знает, блядь, просто... вайп просто будет, и все. Нет, там просто прям еще тика в тику было, вот прям пизда, нахуй. Если была бы еще секунда, я бы похуй кого-нибудь другого бы укусил, потому что у меня фреймы настроены. Короче, вы должны укусить где-то за секунду или за две секунды. Не надо никуда бежать. Потому что как только вы укусили, там через три секунды тени, вам надо убегать, а вы будете искать, кого кусать. Вначале надо кусать. Да, надо сразу кусать, а не искать кого кусать. Потому что после эфира подойдем... Да ебаный в рот, как вы заебали нахуй. Хуёлик нахуй. Я пишу в блокноте нахуй ваши ники, давайте, блядь, помогайте нахуй. Значит, я написал Big Damn первый нахуй. Похуй вообще, ты первый укус ловишь нахуй. Все остальные стопают дамаг нахуй с пула 8 секунд. Биг Дэм кусает Песа нахуй. Дальше. Биг Дэм Хурюка, Песа Водикона. Запомнили, сейчас дальше пишу нахуй. Биг Дэм Рарника нахуй. Так, это был третий укус. Четвертый, значит. Биг Дэм Рарника, Хурюк Историю, блять. Дальше, кто там у нас? Песа. Кто там, блять? Кто там ПДД, блять? Ну, World давай. World. Мак. Потом кто? Водикон. Эйю давай. Так, теперь 8 человек надо прописать. Рарник Prison там. Рарник был. Big Dem, значит. Prison. Дальше. Рарник. Рарник. Кто там нахуй по домам? Я лок буду писать. Да лок, блять, внизу, блять. Какой лок, нахуй. Он демон, он на экзекутке-то въебывать начнет. Ой, кто тебя кусит. Меня надо... Спасать. Так, давай. Рарник. Рарник Бен Стиллер. Так это последний же укус. Это 8. Так, а то по итогу Бен Стиллера-то, блядь, укусил. И выходит 16. Можно написать там плюс, укус, я там, говоришь, блядь. Сейчас. Да, я ну, кто-нибудь укус. Может сказать, что кто Бен Стиллера, ну, укусил? АПС, успокойся. Да я не то, чтобы флут, но мне просто это реально интересно. Ладно, я подожду. Чтобы, чувак, может написать плюс, это был я? Или это или у нас укусы просто там случайно? Там... Да не то, чтобы признавайся. Да это не то, чтобы добиваешься, но ты просто... Я хуй знает, ну, блядь, ну какая лана, какой лич, блядь. Пока разбираетесь, со сколько поформлю, блядь. Вы там пока разбираетесь. Ладно, все закончили, да, продолжаем. Значит, Хурюк, кого будет кусать, тот там еще не укушенный. Хурюк, Рависта. Хурюк, Равист. Далее, история. Укусишь своего брата Седжу, нет. Да, ладно. Седжу. Значит, дальше. Песа. А кого я не называл? Так, Биг Дэм укушен. Так, Водикон укушен. Сейчас я смотрю. Как сложно, сука. Холи Дринк, давай. Можно? Нельзя. Холи Дринк. Ворлд Мак будет кусать. Кто там дальше? Синтека. Синтек. Так, какой там ник? Да сколько это? Еще два челика осталось. Вадикон будет кусать некромантику. Некромантику. И последний Эйя остался. Кто там в рекаунте-то вообще? А, там ностальгия еще. Вот нахуй блядь. Этого Вара, блядь, потому что он в тенях дохнет по КД как бич. Вар, ты тут, блядь? Это вообще параша полная, блядь. Ты выноси тени как-то поаккуратнее, нахуй. Значит, Эйя, будешь кусать этого, ностальгию. Ностальгия. Вот, нахуй, я сейчас вам эту хуйню скопирую и, блядь, запишите это себе на лбу, блядь, где-нибудь, ну, образно. Вот, сейчас я вниз скину. Хлудилка, четвертый трай, это все хуйня, вот. Я по последнему траю смотрел. Вот. Быстренько открыли флудилку в Диси. И смотрим, блядь, запоминаем цепочку, нахуй. Могу каждому, ну, каждому не буду. Запоминайте свои ники сами. Вот а Big ты линкани в рейд-чат. Да, попробуем в рейд-чат. Не знаю, это хватит места, нет?
Да тут не так, нахуй. Тут, видишь, написано не так. Нахуй. Это не влезает еще. Вы флудилки читайте, нахуй. Ну, могу прочитать вам. Типа, Биг Дэм первый, получается, кусает Пэса. Потом Биг Дэм Хурюка, потом Биг Дэм Рарника и в конце Биг Дэм Призана. Это уже 16 будет. Пэса, ты ну, второй укус, когда двое укусов всего. Ты кусаешь сначала Вадикона, потом Ворлда и в конце сам Холидринка. Запомнил свои ники? Остальные также прочитали, запомнили свою цепочку. Кого вы кусаете, сука? Запишите где-то на блокноте, нахуй, положите блокнот перед глазами, нахуй. Так, скажи еще раз. Типа, я первого кусаю ПСО. Ой, ебаный в рот. А флудилку не судьба открыть в DC? А, флудилка? У меня ручки нет. Я не знаю, нахуй. Ну, покупайте ручку, карандаш, нахуй. Ну, сейчас стопнем рейд тогда, блядь. Ну, я не знаю, у вас проблема на каждом шагу, блядь. Делайте, запоминайте, нахуй. Флудилка. Мне что, еще за каждого теперь прописать вашу цепочку? Все, я запомнил. Пэсом, курюк, разным призом. Ну, не дай бог, какая-то хуйня будет с укусами, не дай если бог. Если какая-то хуйня укусит этого человека... Мы опять не узнаем, кто это будет. Да почему? Мы узнали. Эльфильярд, вот этот маг, укусил мага, короче. Эйя. Теперь я ставлю рыбу. По итогу Эйя укусил мага. Ну, я давно не играл, нахуй, он забыл уже, блядь, всю серьезную ситуацию. Скажите, как дебаф называется? Сущность Кровавого Королева, да? Да. Макс, я выучил. Королева. Призван, дайте сапрот. Бенстиллер, блядь, ебана в рот, нахуй. Чисторий трейд на сапрот. Бенстиллер, братан, ты кусаешься, тебя кусают тогда, когда уже 16 укусов, нахуй. Ты понимаешь это или нет? Мы должны убивать с этими укусами. К этому времени дается Гера уже. И там уже 16 укусов остается, ну, кусать только танков и хилов. Это если мы в Берсу будем. Короче, блять, хули я вам объясняю. Так, пока не готов, надо рыбу повесить. Давайте, блять, там укусы свои запоминайте, блять. Сука, да отойдите вы, блядь, с рыбы, ёбаный в рот, нахуй. Чё, по рыбе ходят? Ну это вообще неуважение. Не бери, блядь. Как почти все поели, чё. Я поел. Ты готов, Биг Дэм? Да, всё, готов. Даю отчёт. Пристабафа нету? Дайте, значит. То пулит, нахуй. Дайте побить. Биг Дэм бьёт, если что, если кто забыл, нахуй. Лон сейчас ловит укус. Стопните, кто там, блядь? Эй, я стопни, блядь. Ну стопни, ебаный в рот. Блядь. Всё, Биг Дэм. Всё нормально. Дальше бьём тогда. Ну к стенке неси, что ты зигзагом-то понёс. Да, блядь. Прыжок этот, когда делаешь, он чуть-чуть типа останавливает тебя. Смотрите, самое важное, после взлетки, когда сбегаться будете под жопу босса, прям максимально захилите, потому что рейд пакт словит, и мы сдыхаем очень быстро. Особенно это уязвимый момент на после второго. Не люблю щит. Да, там получается пакт плюс укус. Людей кусают, хп проседает вообще. Короче, на второй этой. Скажи мне, блядь. Песо, где Песо? Взлетки. Песо? А, вот всё нашёл. Короче, после второй взлетки, когда сбегаемся, все 5 друидов дадите спокойствие. Если сможете, конечно. Эти тени с фером, смотрите внимательно. Так. Урок сейчас куда надо, да? Тотемы ставьте. Давай, Хурюк уже эту... Хукмастер уже эту хуйню. Незыбко. А незыбко где? Берегитесь. Ты чё, ты не бил босса, что ли? На рейде-то незыбки нету.
Уебать. Живем, брался. Живите. Сбежались, быстрее, быстрее. Так. На вторую взлетку капли паладины поотдавайте по кому-то, то может сдохнуть он по призону, по укусам по каким-то. Так. Бигдем ШВ не жалей на второй взлетке. Финальные укусы остались. Нет, лучше пораньше, за 10 секунд выберите сразу человека. Лучше, блядь, постойте чуть-чуть. Нет. Эти тени с фиром, на те должен быть антифир. Если нет, то сдиспойте с ним. На ПС кто-то каплю оформите, и ПС на гимн читанешь. Я на ПС кину. На ХП читанешь. Зыбку дал. Сука, ты забыл раскол обновить. А рарник ты где? Ты меня укусил уже. Песа возле лестницы стоит. Тебя укусили уже? Ты был уже. А, у тебя призм. Последний укус. Я понял, призм. Песа, холидрин. Вижу. Я все вижу. Призм, давайте, это последний укус. Захилим сейчас. Массейв, факт. Дай не зыбку. Тени надо будет убежать. Тени секунду, убежать. Смотрим. Эй, я выноси. Холидрин. Все, Геру. Что дали? Геру. Просто сейчас захиливаем и выносим пакт обязательно. Ой, тени, то есть. Вот тут проверка ДПС. На фул ХП держите, не проебите. Бидон ставь тотем, не люблю, на ману читай. Вот же по бидону кинь, водикон кинь по не люблю. Имер. И все, нормально, должно хватить. Тени сейчас будет, тени. ПС. Вот и второй, выпить под Геру. 20 секунд, успеваем. О, это, хилов кусайте, значит, войда кусайте, хукмастера, это уже 7 человек. Еще не укушен Оджи, World Flex, по-моему. А, и кунгена еще кусаните. И готовьте... Тени, ностальгия. 2 секунды до берсы, бабл, готовьте все бабл. Все. Сколько там? 7 минут. 3, 4, 5, 6. Не укусил. Лужи еще. Так а там, нет, там не хватает, там 16 укусов. ХПС не хватает. Этот трай был слабже предыдущих. Мы вторая взлетка 40% была, предыдущий было около 30%. У меня не напрокало вначале. Почему? Ну вот и это думайте. Это вот из-за того, что мы не бьем, даем укус взять. Мне кажется так. Да, не, ну 7 лямов вряд ли. Не. Ну, блядь. Там как раз все проки, все улетает. Ну, может, не 7, пошлите, но все равно. Другого босса и второго прибота. Не, нахуй, было. Другого. Забудь. Второго прибота уже не было. Во-первых, смотри. Все, не знаю, пошлите куда-то. Все правильно. Да какой другой? Тихо, нахуй. Ну, какой другой босс, блядь? Во-первых, ностальгия и кунген. Надо их свичнуть на более сильных ДД. Да и, ну, блядь, Седжу еще прям, не знаю, минималку дает. Седжу еще тоже мало дает. Вот надо каких-то ДД, которые сегодня не пришли. Вот типа в этом я просто вот вижу вину Эльнурио нахуй. Ну, у меня приора нету, я и не буду ходить. Вот мы будем сидеть здесь до тех пор, пока мы сами не оденемся и не будем каждые 23 тысячи давать нахуй. Мистер Эльнурио, да? Ну, кто-нибудь много нахуй, да. Наверное. Ну, чтоб сейчас убить, вот я просто считаю, ну, лично мое мнение, что надо, короче, ДПСить это. Надо укусы передавать по рекаунту. По рекаунту, потому что там некоторые люди 10, 12 дают, 13 нахуй. Да, они в укусах нахуй. Укусы вы, конечно, передаете заебись. Вот так вот по накатанной. Но эту хуйню надо делать, смотря в вуду и смотря в фреймы рейдов, блять, и передавать эту хуйню по рекаунту укусы. Надо видеть, кто укушен, а кто нет, нахуй. Вы стоите все в одной точке.
Вот, ну, думайте как. Не знаю. Попробуем перепить эти ДД фласки. Я не знаю, если посыпятся люди на взлетке, то хуй знает, что делать. Будем пробовать. 7 лямов, нахуй. Может, хила попробуем спекнуть туда. Да, кстати, этого хила надо это ДД где-то взять вместо хила. Вот. Не, это не забивается хуй. Ну, просто 7 лямов это, конечно, вайп. Было бы там 2 ляма, можно было на бабли бы подождать. Ну или лям. Ну там типа берса позже, чем укусы кончаются. Если ты передашь, ты еще секунд 8 можешь побить. Да. То есть этого хватит, чтобы добить какой-то там лямчик. Это еще зависит от того, как рано укусы передавались. То есть, если укус. Бить ты все равно не можешь под укусом, поэтому как бы это. Я отойду на минуту. Давай. Короче, варик какой? Блять. Надо кого-то замену, какую-то замены нету, нихуя, видишь. Ну, блять, этот. Как раз ДД нужен. Да. Вон там Бромгексин, Элем. Да хил, блядь. Ну, Элем, я хуй знаю. Элем есть у него. СПД тотем. Будет еще. Найс. СПД у демона вон. А они вроде стакаются же. Нет. Демонский замещает СПД. Там немножко не так работает. Ну что решаем, я могу уступить место. Там есть кто пойдет, кто более больше даст? Не знаю, сколько этот Элем дает. Бронда очень хорошо. Я его знаю, у него был хороший Элем. Блин, 15-16 точно даст. Может больше. Давай Поху возьмем вместо Ностальгии. Нет, подожди, Ностальгия хоть тактику исполняет. Давай Кунгена, блядь, может, уберем. Как вы думаете? Или Ностальгия все-таки? Можешь меня заменить, если я мало даю? Там, блядь, мало, конечно, для Геры. Давай, короче, попробуем Кунгена свичнуть. Пока портанись, Долран, дайте ему портал. Посмотрим, что шаман даст. И сейчас он еще антифир один даст на третью пати. Вот давай вот сюда. Так, давай все-таки хэпала уберу. У вас там по мане нормально. Вот ливс уберу. Шамана сюда. Да нет, блять, хуйня. Надо, чтобы был этот. Вот, уберу Геншина. Магия, дайте одну МКшку по престу. Типа он вторым кусается, и ноги 3% крита будет намного. Че, будете кусать так или что-то поменяем в этой раскладке? Так думаете? Да ну это самый успешный трай был. Давайте тогда так и продолжим кусать. Только, наверное, стартовать надо всем. А может, Шектора это вот. Ну, блять, на самом деле, просто когда въебались вот с Бен Стиллером, то есть там, видишь, как бы трай и заслакался. То есть, блять, можно по рекаунту кусать, ну, блять, с голосом, кусаю этого. Там бах, и Вадикон грамотно сказал, ебать его в рот, я в тучке, кусай другого, все, базарить нехуй. Ну, короче, инфа пошла, и, блять, был трай нормальный. Тут надо больше инфы, это чисто, тимплей. Да, это как базар пойдет на последних, особенно укусах. Давай, короче, знаешь что? Я не запомню 8 ников, кого там собираются все укусить, чтобы отдать укус. Давайте только исключение говорить. Допустим, будем действовать по этому плану, который расписали, кто кого кусает. Но если будут какие-то исключения ситуации, прям, ну вот как Песа рассказал про тучку, то человек дает инфу, что, блядь, мне не получилось сделать так, как мы договаривались. Укусил того-то, и уже какие-то коррективы вносим. Ладно, давай, поменяем. А вообще, кого первого кусают? Ну вот, если мы просто залетаем, хуярим, и вот кого, типа, рандомно она кусает? Нет, там второго по ДПС. Короче, сейчас подождите, я поменяю эту раскладку, все. Ну и кто второй по агро по дефолту? Эй, я и Биг Дэм.
Там у меня, если прокует воля на крит, то я ловлю по 100%. Если прокует на хосту, то я не ловлю по 100%. Так, давай, знаешь, поменяем, чтобы побольше РДДшников кусать. Песа, ты будешь... Так. Да нет, тоже хуйня. Короче, блядь, пизду как было, пускай так и будет, нахуй. МК только другой, дайте, пожалуйста, по ПС. Его вторым кусают, блядь. То есть магия там кого кусает самым последним, да, дай МК. ПС, может, Шектора так. Попробуем спектр ДД? Не, линканите. Нет, тихо. Кот ДД, нахуй. Этот абсорб, линканите двух пристов. У кого там больше с вас абсорба? Там банки позаканчивались. Так, Геншин. Геншина больше. Ну, это. Я вот сейчас думаю, дать под ДД. Давай Кунгена вернем 15 тысяч ДПСа. Все-таки. А хила выкинем 6-го. Вот. Посмотрим, как будем жить под 5 хилами. Вартанись, не люблю щиты. На ДПС да. Пьем? Я вот думаю, подпить на ДПС. Ну, блять, если сыпаться будем, я потом уже не знаю, что делать. Давай сейчас ДПС. ДПС все равно надо. Ну, можно точечно, там ШПС, солом, например, можно ДПС выпить. Давай точечно выдадим. Ну, хилы точно сопроты. Хилы, да. Сопроты, хилы сопроты, маги, я не знаю, там вторую они глыбами, по идее, переживают. Я тоже на ПВП ни разу не убирал. Страшно. На взлетке. Но друиды тоже могут на эти СПД выпить, потому что... Я и говорю, друиды, ШП, мы и сами себя хилим, вот. И бурскин у нас на каждую взлетку. Так, есть. Давайте три совы и ПС обмен войду. Эти. Кто там еще? История давай. Седжу давай. Что такое? На СПДшку выпейте на этот вопрос. Ты давал масло помазать. Дом рейдинг. А, ну если есть, то пускай. Кто там еще на СПД может выпить? Маги, я не знаю, могут выпить? Или что, им лучше под сапротом быть? Не тонкие пиздец. Да, наверное, 23к, ну, пусть лучше под сапротом будут. А лок чё? Я уже выпил. Лок с СПДшкой. Я всегда живу. Если маги под сапротом, трейд история. Чё, на АП пить? Ну, это... Ну, выпей, блядь. Я, в принципе, не умираю, меня проблемы на взлётках. Чё, вары? Надо вам? Так, рар, да. Биг Дэм, надо тебе? Давай обмен блядь, на силу атаки. Масло обновите. Масло на всю хуйню. Биг Дэм, Биг Дэм. Блядь, где он? Ой. Биг Дэм, блядь, ты тут? Я ему просто ума не могу приложить. В чем мы, сука, такие, блядь, хуёвые? Вот я в Tomorrow Sunday убивал эту хуйню, мы стояли еще на РНЖ, нахуй. Неужели там... Я, блядь, смотрел, вроде 380 на сурке. Блядь, Миликов, как так, нахуй? Миликов? Ну, может быть, что да. Да, там у нас еще, видишь, шипешников было. Три шипешника про двадцарику и башни. Я просто хотел бы переписать. Вот если вместо двух сов, внизу которые, были бы две шипешники по двадцарику. Шипешники первые кусались. Да, да, два миликова, братья, нормально. Миликов в натуре дохуя. Ну сейчас 5 хилов. Может, вторые припоты ебануть на Гере. Вторые припоты на Гере, когда 16 укусов обязательно. Ну, да. В прошлый трай у нас первые припоты запоролись, во-первых. Во-вторых, мы не били из-за того, что мы отдавали укус. А вторые я не смог заюзать, потому что кто-то спулил раньше. Да. Ну вот такая же хуйня. Ну ничего страшного. Сейчас нормально запулим. Может, 10 секунд отчета будет? Смотри, пацаны. Какой нахуй? Может, 100 вообще давать? Хурюк, а ты там, тут? Если на второй секунде спулят после 10 секунд, то же самое будет. Как бы, неважно во времени. Нормально, просто пульте. Ну чё, с богом. Блядь, ну вы издеваетесь. Что это за хуйня? Седжу. Да падайте нахуй, ты залупа. Блядь, пацаны, это я нахуй. Это у меня вот, я скриню нахуй, отвечаю. Это пиздец, это жиза нахуй. Блять, Войд, пожалуйста, это вот это рандомная хуйня. Весело. Блять, пацаны, ну хуй объяснить, короче. Пацаны к успеху шли, блять. Я тоже не мог, блядь, объяснить, блять. Не, Войд, вот, слушай, я тебе вот отвечаю на пацана. Это вот прям пиздец. Суть в чем? У меня стоит ебучий макрос.
макрос на ебаную пытку, на которую непрерываемо. Когда ты скидываешь таланты, макрос нахуй первого уровня туда встает. Я его ставлю в, ну, сюда, блядь, так скажем, на троечку у меня стоит. И на ебаную F я ставлю пытка разума. Но у меня пытка разума, пину, как бы, блядь, F пиздеть. Она у меня до сегодняшнего пула, вот, блядь, была пустой. Я туда случайным образом ее поставил. Нажал ебаную F сейчас. Решай но... сам. Ну, блядь, это пиздец рандомная хуйня. Я прям охуел, что это. Да, ну, понятно, почему это. У вас уже есть подписка. А у тебя что, босс в таргете был? Да, я уже готовился. Ну, блядь. Почему я сказал с богом, и полетела у меня пытка разума туда. Сейчас убрал с F. Вставайте. Короче, я поэтому и убрал клавишу вообще, которая без заклинания говорить. Да, как охуенно. Час просидеть на лане. Мечта всей моей жизни.